Всем приветики, лежу здесь, отдыхаю. И вот про себя, знаете, думаю. Я написала сейчас список мужу, я назвала это, даже нет, назову этот ролик «Список современного человека». Мне позвонил муж, говорит, я нахожусь уже в магазине, что купить? Напиши список. Вот, и вот я здесь его пишу, то есть список купи. Ну ладно, понятно, там чипсы Лейс, потому что там, в принципе, я не особо их ем, но сегодня они... Скидка 99 рублей, а так без скидки там написано 146 рублей. То есть, ну, на 50 рублей дешевле, почему бы и нет. Их есть я сегодня не буду, просто там положу себе, как обычно я это делаю, и все. Так, сейчас дальше посмотрим. А, губки большие. Когда я писала это слово, мне казалось, что вот губки, губки большие. Я думаю, вот так, если вот этот вот список показать, там... Увидел бы кто-нибудь лет так 50 назад, он бы подумал, какие губки большие. Народ, вы о чем? Так, ну давайте дальше поехали. Пималюкс. Ну, пималюкс. По-моему, называется так, я даже не помню, наверное. Больше будет непонятное слово. Киви. Красная шапочка. Наверное, не каждый поймет, что такое красная шапочка, и не вспомнит вообще, что это конфеты. Кто-то подумает, наверное, что это просто шапочка красного цвета, да? Я не стала внедряться, писать там конфеты, красная шапочка. Думаю, напишу сегодня просто проще. Красная шапочка. Дальше поехали. Сыр. И написала лакомка. Мне муж звонит. Зай, а что такое лакомка? Я говорю, мороженое. Понятно. Пошел искать, не нашел. Говорит, куплю зеленый кактус мороженое. Я вот думаю, знаете, сейчас вот взять вот... И где-нибудь написать такой список там, да? Красная шапочка, лакомка, зеленый кактус, там, я не знаю, какие-нибудь еще там, Черкасово, там, Донотерский, там, я не знаю, вот что-нибудь там такое написать. И, правда, список получится непонятно какой, и не каждый его поймет, правда. Как и слова там бывают, или лекарства вот эти вот, вообще там неизвестные слова. Сегодня мы были с Димой у Лора. Лора были сегодня, и как уже она лекарство назначила, чего-то там, я думаю, господи, такое слово, думаю, скажи кому-нибудь человеку, думаю, вот так вот, подойди на улицу и скажи это слово. Думаю, интересно, что он подумает, что это такое, то ли его обозвали, то ли его там, я не знаю, еще чего-то там, то есть, ну, непонятно, короче, вот так вот, сейчас покажу вам список. Немножечко такой небольшой влог. Вот он наш список. Не знаю, успел ли кто-нибудь там что-нибудь прочесть. Да, кстати, вы видите мою стену, мой компьютер. С такого ракурса вообще записываю ролик впервые. Это я уже просто отвела Диму домой. И только пришла домой, поела. Только пошла прилечь. И муж звонит. Что купить, пиши список. Вот. Короче, так вот. Пишите, какие ракурсы вам больше нравятся. Голая стена в цветочек такой-сякой. Или все-таки вот так. Кстати, неплохо смотрится там. Только кресло мешает, да? Как-то. Та-дам! Смотри, что купил муж. Сосиски! Губки! Сок! Че? Сосиски тебе? Я думала, все тебе. Что-то как робот ходишь, странно слишком. Ну, домашний поделим. А что, еще какие-то есть сосиски там? А что, говоришь, домашние поделим, а другие как будто нет. Так, чипсы я вижу, мороженка. А, какой кактус? Малиновый. Красная шапочка. А, ну да, и губки вот большие. Красная шапочка. Мороженое. А сколько кактус стоил? Я не знаю. Не помнишь? Надутый, кстати, такой прикольный. Ням-ням-ням. Так. Так. Ну, что ты меня снимаешь? Поздоровайся. Да. Оставить свет? Пускай. Покрутись вокруг себя. Давай еще. Вокруг себя, пожалуйста. Покрутись. Ну, покрутись. Ничего крутить там. Ну, покрутись. Сломанный. Сломанный. Ну, покрутись вокруг себя.
вокруг себя. Вот. А теперь подпрыгни, скажи. Еху! Ну давай, ну давай, так, давай. Да, я, нет. Ну пожалуйста. Да, у меня коленки. Еху! Скажи. Ты козявка? Фу. Сейчас там фонарь погулял. Так. Ну, сейчас. А, я сейчас буду ванну чистить. Давай. Вот. Голышом? Так, это что? Так, это к себе все. Ну, я не знаю, у тебя тут падает все. Это само, само, оно само падает. У него сама... ножки есть там. Ты, подожди, а ты что, не знал, что там есть ножки? Нет, ты не знал. Что-то оно двигается там. Ты не знал, что у пуфика есть ножки? Серьезно, не знал? Тут мне на камере грязь какая-то. Шарф туда. Туда, туда. Все туда, туда, туда. Все туда. Люстру не снеси. Два. Что, холодно? Вообще да. Завтра хочу в тюрьму сходить и это отнесу рюкзак ремонт, пускай мне сделают. Сразу узнаю, тут натучка пакостила, да? Где пакостила? Вы забыли. Давай, давай, давай. Так, не надо, а то опять. Давай. Все купил, кроме маленьких титик. Просил продавщицу, у вас маленькие титьки есть? У меня странно посмотрел, ничего не сказал. Пошла. Скажи спасибо, что пощечину не дала. Она пошла, другой продавщице на меня пальцем показывает ее. Вот ей. Вот так. Так что, не знаю. Они, наверное, не первый день работают. Уж не знаю. Что, на камеру? Про такой товар не знаю. А, ну все в трусах тебя видели. Все в трусах-то. Про такой товар они, видимо, не знают. Скажи спасибо, что пощечину не дали тебе. Продавщица, у вас маленькие титьки. Что? Сказали? Нет, сюда не надо нести. Ну ладно, пойду я ванну чистить. Ух, устал. Шлагчок наберу свой. Убираешься? Ну да, как-то. А в рюкзаке тоже что-то есть там? Вкусняшки? Мороженки? 1000 принес? За 500 рублей. Как? Нет больше. Но... Как нету? А ты еще где? Ты же колдовал. Потратился. Куда ты тратился? Сейчас только потратился. Так я всего лишь что у тебя заказал чуть-чуть. Надо еще деньги. Диме альбом купить. Ну, это не купишь. Завтра куплю. Угу. У тебя вон 2500 там, это моя. Сотка? На. А, ну и вот еще. Ты же ты еще обещал. На тюрьму. Ну, схожу в Рождество, там надо это, ну, ремонт заплатить мне. В понедельник будут деньги, давай поэкономим. А ты колдовал-то? Так мне еще завтра надо купить чуть продукт. После так завтра... ты колдовал же. Колдовал. Ну. Так я тебе заказал чуть-чуть, ты там сам накупил себе вкусняшек всяких. Так, пойду руки мыть и ванну чистить. А? Так, подожди, мне еще надо рюкзак собрать. Кефирчик. А что там половина? Ну, а что там половина-то кефира? Сейчас тоже можно. А где конфеты? Вырежу. А ты думал, ты утащил. Ну и все, смотри, у тебя конфеты всего 50 рублей. Это 50, уже 100. Так, тут я. 30 рублей, 130, и тут 130. 200. Ванну чистить. Сейчас я немножко отдохну. 200 рублей получается всего. А ты мне вторую 500-ку давать не хочешь. А получилось всего 200 рублей, между прочим. С тебя еще 300, значит. И то сыр ты съешь. 200 рублей, значит 100 рублей получается покупка. Все же правильно? Правильно.